Тиффани сегодня пошла на пляж. Тиффани. Не ходила давно, да. Это собака? Ну, конечно, что не видно. Бешеная, да? А что? Это реально что такое? Это лиса, что не видно? А у вас все время какие-то, да? Какие-то такие... Все время, почему все время? Ну, да. Тиффани. Это реальная лиса? Ну, да, пустынная. Пустынная? У нас много пустынных. Тиффани, она давно не ходила на пляж, застеснялась. Хорошо слышит. Тиффани, никто не хочет... Ой, а там собаки на пляже, я даже уже боюсь. Тиффани, там собаки большие. Тиффани, как тебе песочек? Не, надо было чаще, конечно, брать. В прошлом году мало брала. Домой, домой, домой. Куда ты? Там собака, Тиффани, туда нельзя. Собака, она не бросится? Не должна. Не должна. Тиффани, иди на руки лучше. Не собака. Давай. Ой, песочек. Песочек, давай. Пошкрябай хорошо. Ой. Давай, давай, выкопай. Выкопай. Добрый день. Здрасте. Узнали? Так, сейчас. Что-то знакомое сильное лицо. А, Паша. Паша, это твоя дочка? Да. А, красивая! Так, дочка, ну взяла быстро лису. А то... Так, а то она давно... Фу. А как? Вместе на реке? Паша, ну сфоткай свою дочку. Ой, же как красиво. Так, как дочку зовут? Даша. Даша и Тиффани. Здрасте. Здрасте. Папа, ты сфоткай. Теперь я знаю Пашину жену и дочку. Нет, жена того. Извините. Тиффани, тебе понравилось, Даша? Я просто боюсь, там собака большая сзади. А енотик мама. Есть? Мама! Конечно, есть. Да. Мама! Он гуляет, он наказан? Он такой жирный. Что, не может ходить уже? Может, но... Не хочет. Вот до сюда надо на руках нести. Ой, а сколько он весит? Да я не знаю. 10? Да нет, я думаю, больше. Тиффани! Ой, ты что такое? Тиффани. Ой, к счастью, нет. Тиффани. Боже, она такая перепуганная. Смотри, сколько у тебя людей тут собралось. Очередь. Покажем. Мама, братик. Мама снимает дочу. Или лису, не знаю. Тиффани. Как зовут? Тиффани. Или Даша. Ну, да, Даша и Тиффани. Да. А сколько у нас детей, друзей? Можно погладить? Может, даже могу дать подержать. Сейчас. Зоренькая. Тиффани, как тебе повезло, столько детей. А у нас во дворе нет столько детей? Ой, солнце светит прямо в глаз. Хочу... Не, она хочет песочек. Не пустят на шапку, там ты шапка. У нас давай, уже... Что, вот это? Да. Маленькая. Да. Давай. Пусть текает, текает. Не, она нору делает. Роет. Это лучше, чем дома стены. Прям реально домашняя, она не кусается? К счастью, нет. Алиночка, идем, солнышко. Второй раз оговорюсь. Что-то оговариваюсь. Кошмар. Ну, Тиффани, ну не убегай. Ой, тут собака, Тиффани, давай подальше. Тиффани, давай. Давай. Сделаем большую нору сейчас. Ты что? Это же лиса. Я же не знаю, что у тебя на уме. Ты, конечно, красивый, у тебя цвет обалденный. Цвет шикарный у собаки. Но я не знаю, что у тебя на уме. Ты же все равно собака. Смотри.
Боже, а это что такое? Смотри, какой лиса. Это лиса. Тебя за палец не укусил. Не собака же, да? Нет, конечно. Это не собака. Вот внизу собака. А это? Это лиса. Можно было? Да не трогай. Смотри, Маша, это лиса. Она добрая? Очень страшная. Да? А вы ее приучили? Наверное. Это точно лиса? Не бойся, смотри. А сколько ей лет? 11. 11? Да. 11 лет, ребят. Где-то у нас есть собачка. Ой, какая. Это ваша собака? Нет. Ты какая красивая собака? Это лисичка, да? Это лиса. Какая маленькая. 11 лет ей. Видите, как гади боятся. А ты хватит смотреть лисичку? Ой, нет, девочки сразу все, а дяди китаются, тикают. А мужчина не слабый. Да. Народ. А что, а это лисичка? Лиса. А что, она не переносит болезни, она дома живет. Смотрите, потом у него глисты будут. От чего? От тебя. Рассмешили девочку? Или не рассмешили? Она в соке. Ты в соке? Укусит за носик. Она не кусается, к сожалению. Ой, к счастью. Вообще? Давай. Пустынная? Ну пустынная, что ж дико рассмешили? А вы ее просто приучили и все? Капец, и она вообще маленькая у вас. А мы не кормили ее в детстве, чтобы она не росла. Серьезно? Юля, тебя просто... Ты как ты в парке, поняла? Попадешь, да. Получишь деньги. Хорошо, объясни мне. Тихони, ну это лиса, называется Феник. Так, девочки, забили в интернете. Лиса Феник. Феник, да? Да. Ей 11 уже. А сколько они живут? Ой, не знаю. 42 года. Феник! Феник. Ее зовут Тиффани. А, Тиффани. У нее Феник, простое русское имя. Феник, это пароль. Я поняла. Тиффани. 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 Она, кстати, отзывается. Ну, конечно, она знает, что она Тиффани. Тиффани. За столько лет она выучила свое имя. Тиффани. Да, роет сразу. А что она? Молодец. Жалко я. Еще раз. Засняли? Давайте еще раз. А что ты готовишь? Нападение на Россию? Да, маленькая. Да. Мой молодец. Да. Такая быстрая. Смотри, как она близко к нам. Не бойся, мама. Смотри, она роет нападение на Россию. Я с тобой. Не бойся. Смотри. Она к тебе подкралилась. Так. Часа из белой лаборатории. Это да, белая лаборатория. Я новая. С тобой. Все хорошо. Класс. Маша, нам сказали тебя на прииски отправить. Маша, ну давай, кто первый, ты или лиса? А ну давай, давайте. Кто первый, ты или лиса? Сейчас давай, давай. Тут у нас соревнования. Ну, лиса явно. А что она роет, что хочет? Что хочет? Нет, деньги ищет. Говорит, никто не спрятал, не закопал. Боже, какая ты красивая. Никто не закопал денег, что это такое? Красивая такая лисичка маленькая. Так она вообще на кошку. Она к тебе подкрадывается, думает, где маленькая Маша? Где Маша, давай копай рядом. Не бойся, не бойся. Не бойся, Тиффани. Я с тобой, все Тиффани, хорошо. Тиффани, давай, давай, я верю Тиффани, в тебя, давай. Давай. Тиффани, давай. Она разбегается, ей поводок не дает. Смотри, Маша, видишь, не бойся, она хорошая, смотри. Смотри. Девочка, хозяйка добрая, видишь, разрешает нам смотреть на собачку. Собачку, говорю. На лисичку. Ты такого не увидишь тут, Машенька. Контактный зоопарк. Да. Да. А ты была в контактном зоопарке? Лисо. Блин, а у нее такое лицо вообще на лису не похоже. На что не похоже? Точно? Ей не похоже. Пойдем у мамы потом спросим. Отпустят тебя на лесу на зоопарк? Отпустят? Мама сказала дома. Хорошо. Давай еще палец. Антон, с нами ребенок едет. Тихо, не тебя угощают. Бери. Нет. Ей не нравится. Не бойся. Наверное, она хотя бы понюхала бы там. А, наверное, свинина, да? Да. Она это, мусульманка. Наверное. Вау! Пошли покажем маме, какое мы с тобой ведро набрали. Пошли. Все, спасибо вам большое, что дали посмотреть. Пошли покажем маме. Молодец, типа, мне даже кусочек мяса дали. Да. А что, не похоже? Тиффани, ты уже весь пляж перерыла. Так это вы покупали ее? Ну да. Нет, лови. Она больше не растет? Ну, уже не будет расти. Пустынная. Молодец, нарыла, хорошо.
Вы погладите. Она кусается? Нет. Не кусается? Нет. Она боится, может? Да прям. Это же лиса, она просто хитрая. А как зовут ее? Тиффани. Тиффани? Тиффани Бугатти. Извиняюсь. Испугал. Это не... Боже, это кто, лисичка? Да. Да? Да, собачка, тебя забрали, но я же испугалась. Мало ли, что это... Не, ну... Мало ли, что у собаки на уме. Она не продается. Не, мы не хотим у вас купить. Плюс-минус долларов. Сколько сказать? 10 тысяч? Я не знаю. Риднов или долларов? Доллара. 100 тысяч. Да мы не знаем. Она же давно покупалась. Маша, давай. Она вообще, она вообще менялась. Вообще она менялась. На другое животное. Да. Смотри, собака взяла и она пометила. А смотри, это почти как Джесси, только в два раза меньше и лохматый. И мальчик. Мальчик для вас. Так красивый. Страшно.